В Ноябрьске горела остановка. В воскресенье днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в остановочном комплексе школа номер 13, расположенного по улице Высоцкого, произошел пожар. Через 5 минут огнеборцы были на месте вызова, но их помощь не понадобилась. Очевидцы потушили огонь своими силами. Предварительная причина пожара – поджог. Ущерб и виновное лицо устанавливаются.